Ну и в какой кабинет мне идти? Прости, пожалуйста. Я тебя не заметил. Поднимайся. Спасибо, что помог. Да, без проблем. Кстати, в каком ты классе? Я в 9 А, а ты? Я, мы одноклассники. Пойдем, провожу. Вот это наш класс. Пойдем на урок, а то мы и так опоздали. Стоп, а где все? Точно, у нас же физра. Уф, успели. Это из-за меня, мы чуть не опоздали. Как мне можно загладить свою вину? Вот мой номер. Сегодня спишемся. Ладно, я на физру. На физре. Не откажусь. Ты нормальный вообще? А что, слишком борзый? А что ты так за нее переживаешь? Влюбился, что ли? Вовсе нет. Не делай поспешных выводов. Чтобы больше не подходил к ней. Акира, стой! Спасибо, что заступился. Всегда пожалуйста. После школы. Позже в парке. Ну, на Капуша. Вау, и года не прошло. Ну, сори. Ладно, пойдем гулять. Мы стали хорошими друзьями. Вместе гуляли и общались. Через неделю. И долго. Не зря говорили, она Капуша. Явилась. Вот это неожиданно. Ну, это... Ну, как его... Забей, в общем. Пойдем в школу, а то опоздаем. Ты чё, меня кинула? А ну, стоять! Позже возле школы. А ты подготовилась к контрольной работе по истории? Нет, конечно. Я ж похожа на человека, который учит уроки. Давай пообедаем. Отдай мой обед, живо! Ненавижу. Привет, Изу.
привет! Давай вместе пообедаем. Я бы с радостью, но Лиам забрал мой ланч. Да, не переживай ты. Я поделюсь. Через неделю на уроке. Дети, завтра мы едем в поход. Ваши родители согласны, поэтому едут все. Завтра 8:30 возле остановки. Все свободны. Дома у Изуми. Мам, я готова. Удачи тебе. Спасибо, мам. Я пойду. Хорошо, доча. Уже в лесу. Изуми, ты тут? Я кое-как тебя нашел. А я уже палатку поставила. Ладно, я пойду в палатку. Ночью. Изуми, ты еще не спишь? Да так, не хочется. Давай я тебе дам свою толстовку. Нет, нет, не стоит. Спасибо тебе огромное. Знаешь, я давно хотел сказать, ты мне нравишься. Ты мне тоже. Ну почему ты такой милый?